И всем привет, с вами Pixel, и мы продолжаем играть в CSGO, будем продолжать калиброваться. Сегодня у нас будет офигенная, наверное, калибровочка. А может и не будет. Ну, вроде попадаю, вроде бы неплохо, в принципе, все получается. Посмотрим, что у нас сегодня будет, кто против нас сегодня будет играть, сильверы, звезды или боты. Посмотрим, посмотрим. Так, ну что. Hello, guys. Так, там походу все русские, но мы сейчас будем тащить. По пингу, что я могу сказать, все очень плохо. У них в этом плане намного лучше, у них 3 по пингу нормальные. То есть, возможно, у нас команда будет неадекватная, поэтому сразу подготавливаю вас к этому. А нам главное тащить, независимо от команды. Да. Как-то так. Угу. Че, по шарту иду, да? Идут. Ну, как-то так нам ребятки попадают в голову. Так, налегке чувак мне попадает в голову. Но это моя ошибка, не успел я ему попасть в голову. Если бы я успел, было бы все хорошо. Ниндзя. Ласт ниндзя. Они, наверное, шутят, да? А может челик просто хорошо играет. Но мне кажется, ему повезло. Он бы в адеквате не перестреливался бы со мной в такой позиции, когда он был, ну, когда я был здесь, а он был на шорте, да? Он бы перестреливался, скорее всего, на ближних каких-нибудь позициях. То есть он бы пошел, скорее всего, в лонг. Ой, точнее, в лонг. Пошел бы рашить плент и на ходу бы мне стрелял. Ну, это адекватное было бы действие. А он настоял на одном месте, строился и стрелял. Ну, как говорится, помимо него я тоже очень сильно ошибся, поэтому, как бы сказать... Бомб-шорт. Поэтому, так сказать, я хуже сыграл. He's maybe going B. Maybe going B. Yeah. Вот так вот говорим ребятам. Ну чё, он на Б. Парам-парам-пам. Видите, я умер, и моя команда умерла тоже. Ну, как-то так, ладно. Не расстраиваемся, бывает такое. Ничего страшного. Просто сейчас надо получше сыграть. Но этот чувак, вроде бы, который у них фиолетовый, который 4 килла сделал, вроде бы это не читер. Вроде бы. Ну, по уровню игры я не могу сказать, что он читер. По уровням, которые сейчас у ребят, я смотрю, ну, скорее всего, это не боты. То есть, ну, как минимум, не сильверы. Это точно. Так, сосредоточимся здесь. Скорее всего, это звезды какие-нибудь нам попались. Я буду контролить все равно лонг. До конца. Пока наших всех не убьют на А. Так, ну один ладно, один сильвер у них. Один сильвер не страшно. Боже мой, какой у нас неадекватный русский. Какой-то неадекватный это челик, Кори. В общем, у них 2 бота, это как минимум, это Кори. И кто-то еще, и вот этот Битвин, наверное, его я убил. Ну, короче, кто-то из них неадекватный. Хотя, мне кажется, они там все неадекватны. Я сейчас быстренько заберу себе топ-1, как всегда. Ну и заберем, думаю, эту карточку тоже налегке. А может и не, не налегке. Посмотрим, короче, что у нас получится. Сейчас, наверное, я не успею. Меня могут отстрелять. Я откинул смок на всякий случай. Зачем он в флешку кинул смог? Вот вопрос. Зачем было в флешку кидать смог? Ну вы поняли, да? Он в смог решил запушить. После того, как флешка как бы взорвалась, то есть уже прошло. Они точно не боты? Это точно не сильверы, ребят? Я просто как-то очень странно они действуют. Ну, топ-сильверы, не знаю, как это назвать. Сильвер-сильверы. Лучшие сильверы в игре. Как-то так. Ну и чё? Капец, челики вообще странные. Ой. Просто топ-боты на сервере.
Блин, две флешки, надо было хотя бы одну использовать, наверное. Хотя бы. Кстати, нам опять вот эта шапочка. А в прошлый раз была шапочка короля, теперь шапочка, типа, самый, мы самые умные. Так, надо дефуса убить, а то как бы самый умный уже не канает без дефусов. Кинем коктейльчик, лонг мы отыграем, думаю. Думаю, будет все нормально. Они же не пойдут в коктейль, правильно? После коктейля, конечно, кинем смачок. Вот это я сейчас неправильно делал, надо было адекватно кидать. Так, они, скорее всего, выходят на бой, я отойду. А я сыграю, наверное, на. Я сыграю на все равно. Инфы пока нету. Никакой. One shot. He's going back. Он топ мид. Я не знаю, наверное, может быть кто-то на А есть. Странный челик. Что они вообще делают? Что у них в головах? Вот вы мне объясните. Объясните, что они делают? Что вот это было такое? Непонятно. Непонятные ребята какие-то. А у нас, кстати, походу зеленый тоже бот. А может и не бот. Может он просто не везет. Фигово. Я вообще на рандоме играю, честно. Вот, ребят, никакого адекватного игры от меня вы сейчас не увидите, потому что, ну, это калибровка против сильвера. Не, серьезно, это калибровка против сильвера. Нас опять кинуло к сильверам. Я не знаю, что у них в голове, поэтому тут просто ходишь, убиваешь. Они в тебя даже не стреляют, понимаете? Они в меня даже не стреляют. Не, ну конечно, иногда стреляют, но в основном нет. Какие-то они странные. Ну, вот. Боже, мы не что, реально шорт вышли? Или только хотят выйти? Я так, на всякий случай, популькал. Гос играем через это, через машину. Гос играем через машину, по приколу чисто. Чисто по приколу сыграем. Да блин, тайминги не... У меня тайминги плохие, короче, я сейчас не... Они что, на приколе вообще-то? Вроде бы боты даже лучше играют. Вроде бы. Но это не точно. Что у них за дроп был, интересно? Дроба, шемка. Ой. Ну как в это играть? Вот как? Это ж неинтересно. Это неинтересно. Пятый раунд, 11 киллов. И то я в первом раунде 1 килл сделал. В итоге получается, что я... За 4 раунда сделал 10 киллов. По 2,5 в раунд. Нормально. КДА 2,5, неплохо. Всегда бы такой был, конечно. Было бы прикольно. Они сейчас, наверное, начнут на Б ходить. По им так в кайф. Он в сайт, эй! Эй! А, короче, меня убили с двух сторон. Твой сайт, висбомб. Я, короче, зафейлил. Они слишком быстро пробежали. Я этого не учел. Ну, реально, они очень быстро пробежали. Не получилось. О, боже мой. Вы посмотрите на него, какой бот. Боже мой, я его сейчас замучу, короче. Этот бот, он просто орет. И кинем ему репорт. Препятствие нормальной игре. А, ну да, и в чате, он же в чате еще плохо себя вел, точно. Точно, точно. Но он вроде бы в текстовом чате не оскорблял никого, только в этом, в голосовом, правильно? Поэтому замутим его в голосовом чате. Ну, ребята, молодцы, победили. Блин, а был счет 11-1, стал 11-2. Уже плохо, уже не 2,5-2. Эх, стал я нубом. Резко, непринужденно. Да. А сам он типа не такой, да, какой он, то, что он пишет про других. Ну, мало ли, вдруг он, ему просто не везет, бывает же такой момент. Он как мне сейчас, да, не повезло. Хотя и сам виноват в том, что не повезло. Хочет тут авик играть, ну пусть играет. Нет, а чё? Боже мой, он пушит. Он пушит шорт.
Не, ну я не говорю, что это неправильное действие, я говорю, что это действие опасное. Это очень опасно, так пушить шорт. Тем более в смог выходить, пушить. Ой. Я хотел, короче, кинуть... Понимаете, я хотел кинуть вон туда гранатку и задавить того челика. Мне не получилось. Блин, пол хп ему снес. Я не ожидал, что они прям так именно сидят в тех позициях, которых я их ну, которые я целюсь, да? Я думал, ну, блин, там, где-то в других позициях находятся. А они просто сидели в этих позициях, короче, бред какой-то. Они вообще как боты действуют. Вот я замечал, как боты играют. Они приходят к этим бочкам и тупо сидят на этих бочках. И эти просто так же делают. Они приходят к этим бочкам и сидят на этих бочках. Их. Не видать мне счета 11 там... Ой, точнее... Ну, какого-нибудь, не знаю, крутого, там, 20 на 1, там, 30 на 1, ну, типа такого. Все, 13 на 3 уже счет лузера. Вы посмотрите, сразу в хэдшот. Вот скажите, куда он целился? Вот, ребят, мне непонятно. Вот я был... Я сразу, когда вышел, я присел. Куда он целился? В ноги мне сразу. То есть, этот человек целится в ноги сразу, да? Понимаете, какой у него уровень игры? Блин, это ж вообще ни о чем. Что-то там матюкается желтый, что-то ему не нравится. Что-то ему Б, чтоб хочется, чтобы мы пошли. Ты откуда знаю? Я тут сюда ходил с фиолетом. Это зеленый что-то сюда зачастил теперь. Мид, они мид не смотрят, вы понимаете, да? Эти два челика мид не смотрят. А что зеленый делает? О, какие гранатки я умею кидать, да? Гайд прям. Ребят, если надо кому гайд по гранатам, обращайтесь. Научу, расскажу. Вот это фиговый спрей, еще подпрофизило, ё-моё. Вот это я, конечно, даю. Вот это у меня спрей фиговый был. Фиговый спрей. Блин. Зафейлил я своим спреем. Конечно. Моментик сейчас красивый. Мог бы его в голову убивать, но у меня... Во-первых, когда спрей был, что-то не пошел. Ну, блин, не умею спреить. Покидает этот матч. Ну, понятно все. Бот ушел с матча. Удивительно, да, ребят? Удивительно. Бот ушел с матча. Не может такого быть. О, боже мой. Как у них... Так это он сделал килл? Офигово, кто это сделал килл. Какой же я мастер, да, себя подрывать? Они сдались. Ну что, ребятки, вот такая катка. Неинтересно. Госыграем еще одну. Что ли? Давайте сразу, типа, у нас будет две каточки. Ничего страшного, я думаю. Ну, видите, это три звезды. Боты. Боты. Сильверы так играют. Так, сейчас я начну новую катку. Как только она начнется, ребятки, я сразу переключусь и мы продолжим. Поехали. Всем привет, ребятки, мы продолжаем. Это у нас, получается, вторая каточка уже будет. Ну как вторая каточка? Первая каточка нас просто команда противников ливнула. Они испугались. Ну, вы видели сами, да, 9-1 мы шли. Им каким-то чудом удалось заработать первый ранг. Ну вот, кстати, я не люблю играть вторые каточки подряд. Потому что у меня никогда не получается. Hello, guys. У меня никогда не получается, из этого возникают проблемы. Ну, потому что как-то подуставший такой, знаете, не разыгран. Ну, в общем, посмотрим, что получится. В принципе, чувствую себя хорошенько. Хорошо, так сказать. Думаю, должно получиться. Но в прошлой карточке было бы повеселее, я думаю так. Ну, прям чувствую, даже не думаю, а чувствую. Нету тут никого. Не знаю, что с этими ребятами не так, почему они втроем стоят на лонге. С
Through mid, guys, through mid. Pushing city, help me. Hello. Great. A side. One A side, two A side. With bomb. Короче, все фигово, ребят. Их было настолько много, что я не мог концентрироваться. Короче, не летело вообще ничего. Я стрелял, но ничего не летело. A-side. Короче, как-то так. Как-то так. Опять первый раунд зафейлил. Не знаю, может пистолеты лучше тренировать. Чё-то не летит как-то так. Вот что я могу сказать. One long. Maybe pit. One goose. Purple. Короче, у нас один заавкал. У нас один заавкал. Дебилушка. Из одного челика мы проиграли. Грац, грац, грац. Ну что, собрались? Может быть, сейчас эко затащим? Ребята вообще там, блядь, искупились, дикие, дикие монстры прям. Чувствуют силу в себе. Ну, раз они не хотят, значит я буду играть мид. I think it's B. Or long. Подождем. Станул. Надо мид контролить, короче. Выбора нет. One short. Будем принимать на ближней дистанции, потому что выбора нет. Вот чекать это самоубийство. Mid doors, left side. Блин, тупо застилил, понимаете? It's my came in. Так, калашек я забрал. Блин, как же они стреляют? Везет? Везет, а у меня по стрельбе вообще ничего не идет. Все-таки я был прав по поводу второй катки. Не надо было ее начинать. Эх. Ну да ладно, сейчас соберемся и затащим. В принципе, на эко-раундах такая ситуация. Бывает, ничего там такого нету. Я должен был убивать того челика, но меня просто заселили фраг. Ну вы видели, да, сами? Я фул ему урон нанес. Там буквально, может, один хп остался. Ну, короче, вообще мизер. И меня просто его взяли и застили. А этот сейчас умрет, у него нет шансов. Он сейчас прицел держит выше головы. Ё-моё, он попал. Ё-моё. Слов нету, ребят. Просто нету слов. Просто нету слов по поводу вот этого рандома. Он челика ж только что видел, да? О, боже мой, что у них? Мне кажется, у него мышка, которая по два раза стреляет, типа, ну, двойное нажатие он действует. Мне так показалось. А может и нет. Ой, ладно. Собрались. А то как-то вообще что-то приуныл. Раскис. Ноль фрагов, один ассист. Позиция неудобная. Я сейчас на лонг иду, мне все равно. У меня позиция для лонга. Я вот не понимаю, зачем они тоже ходят на лонг. Причем втроем. Блин, я ожидал, что кто-то выбежит. Но никто не выбежал. У нас зеленый ушел авкать опять. Как мне это нравится? То зеленый, то фиолетовый. И постоянно уходит авкой так. Конкретно, надолго. Бомб дроп шорт. Как-то так. Не знаю, будут это не давить, не будут. Калаш он забрал. Калаш он забрал, поменял на свой этот дроп.
Он что, ушел на сейв? Не пойму просто. Фу. Блин, ошибся я немножко. Фу, заспрейли, нормас. Проконтролил. Ну, не всю команду я убил, троих убил всего лишь. Но этого хватило. Ну, видите, да, то есть боты ботами, но эти посильнее. Эти уже посильнее попались. Наверное, прям там уже, наверное, калаши против нас играют. Прям такое ощущение. Либо просто против нас в прошлый год какие-то звезды были, которые играть не умеют. Это тоже возможно, если что. Откинем смычок такой. Особо вблизи играть не буду, я буду играть вот здесь вот. Через АУ, ну, через СГшку, через ее снайперский прицел. Потому что это хороший вариант. One top mate. Кинем гранатку. Не знаю, не хочется мне выходить прям на чек сюда. Потому что я так понимаю. А, не, нормально все. Нормально, ребята другие наши тоже убивают. Поэтому как-то не очень интересно играть. Но, в принципе, каточка хорошая получается. Я вроде бы чутка успокоился. А то чутка нервничал. Но вроде бы все нормально сейчас. Не все, конечно, у нас играть умеют. Хотя, блин, у челика 8 пинг. Он не будет, типа, не? Странно. Что с фиолетовым? Что у них в головах? Желтый, фиолетовый, просто два сверхразума. Слов больше нету на них. Вот серьезно, ребят, слов больше нету. Придется мид сейчас чекать отсюда. Хотя там вроде бы фиолетовый у нас есть, как бы он пойдет почекать. Как бы. Мне кажется, он пойдет умрет, а не почекает. Бомба в туннеле. Один в миду. Миду. Чего они делают? Зачем он прыгал? А там есть дроп? Глок. Это же разве интересно? Да ну, неинтересно как-то. Слабенькие все. Слабенькие. Неинтересно играть. Эх, эх. Вот куда они сейчас пойдут? Куда желтый пойдет? Он смотрит. Он смотрит вроде направо. Ну, направо, иди направо. Иди направо, если хочешь, желтый. Этот вообще без гранат играет. А зачем? Гранаты для слабаков. Ага. Они что, на Б пошли? It's B, guys, go B. Or green, go B. Bomb B side. Oh, nice. To this one. Okay. Просто я зафейлил. Не вовремя я, короче, все это сделал. Ой. Надо было ожидать, что там будет челик в этот момент. Но я сыграл по-другому. С расчетом на то, что я успею этого отстрелять и потом повернуться налево. Но, что есть, то есть. Что получилось, то получилось. Блин, все-таки усталость есть. Вроде бы коктейль зашел хорошо. С урончиком, так сказать. Опять этот бот желтый где-то умер. Там у них авик, нужно будет аккуратненько играть. Кстати, мой коктейль хорошо зашел. Пока хаешку использовать не буду. Можно пострелять. Для Верочки. Сделать парочку таких шотов. Потому что, возможно, авик там чекал в этот момент. И это хорошо бы сработало для него, ну, по отношению к нему. Если будет авик, нужно очень аккуратно сыграть, то есть нужно сделать быстренько отстрел. И спаун. Что с ними не так? Почему они стоят вдвоем или втроем на тиспауне? Почему мне нужно
пушить, чтобы играть вместе с командой. Что за бред? Почему мы пушим тиспаун против четверых? Что за бред с этой игрой происходит? Объясните мне, что за бред? Почему они вчетвером на тиспауне были? Что творится? Ой. Слов нет, ребят. Где брать фраги, когда челики на тиспауне стоят просто? М? Где и как это сделать? Забываю покупать армор. Привычка. Ну, боже, еще никто не пошел. Ну да ладно. Вы поняли. Какие неадекватные люди. Не, серьезно, какие неадекватные люди. Шорт был. Короче, беру авик в следующий раз. Драйв в следующий раз и отстреливаю всех этих челиков, вот серьезно. Лол, а как он это сделал? Смешно. Просто смешно. Может он с ВХ играет? Давайте его забаним за такое действие, такие действия. Может, он реально подрубил что-то. Пусть чекают его на читы. Конечно, мы ситуацию плохую сделали. То, что этот авик у нас остался один. Изи. Изи. Он даже не менял свой девайс. Ну, я тоже с авиком поиграю. Тут нечего делать уже. Они просто игнорят нас и играют через там респу. Ну, вы поняли. Он у них один лив. Ну, тут уже все понятно, в принципе. Я сейчас умру, короче. Вопрос, как я промахнулся? Дважды. Или трижды. Сколько я же раз промахнулся? Ой, сейчас я зафейлю с этим. Всем. Я уже чувствую. Вы извиняйте, ребят, если я зафейлю. Сразу говорю. Савика не тренировался почти. Стреляю как бот. Ну вот, у меня там, видите, промахи были какие. Жесткие промахи. Вроде бы собрался, вроде бы нормас. Хотя нет, не были промахи. Я попал, но как бы... Интересно, он здесь или чуть правее? Один патрон остался. Ну фиговенько играю с авиком, ничего сказать не могу больше. Где противник, я тоже не знаю. В банке сидел. Ну они реально как сильверы. Просто они играют как сильверы. Сидят на базе. В общем, забейте. Просто, короче, постреляем. Потренируем немножечко авик, так сказать. В стрельбе против ботов, да? Так, закинем сразу туда смачок. Чтобы против смачка играть, чтобы они нас не видели, а мы их видели. Играть я буду, конечно, от шорта. Или на шорт. Капец, какая флешка дикая. Зашла в меня, да? Жесть, он все пропрыгнул. А стрелять он не научился. Это что, бот? Да, это бот Тоби. Это бот Тоби.
Я только не пойму, что против нас одни авики играют. Просто на приколе здесь сядем. Убьем, не убьем, фигово. Нет, не убили. Гляньте, просто авик выходил. Я его на автомате, конечно, убил, но все равно. Челики странные. Очень странные. Они меня должны были 100 раз уже убить за такую игру. Блин, как потом привыкать к нормальным пацанам? После таких. Это же нереально. Ладно, пофиг. В этот раз без мачка сыграем. Капец. Какие же они неадекватные. Какие же они неадекватные. Не хочу стреляться с ними. Оши мой. Откуда у них деньги на авики? Мне просто непонятно. Ладно, теперь будем действовать немножко по-другому. Будем играть через авик, будем только играть сейвово. То есть никаких больше выходов самовольных таких, да? То есть это контроль позиций всячески, всякие разные. Либо можно играть... Вот, я придумал, короче. Будем играть сейчас через шорт и через эмочку. Этого за глаза вообще хватит. Топ мид. Last топ мид. Его убивают гранаткой. Короче, будем сейчас играть через шорт и эмочку. Я вам отвечаю, сейчас будет тупо квадрокилл. Будем вообще убивать всех подряд за счет этого. Возьму 5-7, он пригодится. Так, ладно, надо их уже дожать. Хотя они, мне кажется, сами ливнут сейчас. Ну им чисто по фану вот это так играть, понимаете, да? По 2, по 3 стоять там в это, блин, я не взял диффузы. Вот я нуб. А если возникнет ситуация такая, нужно использовать диффуза. Обидненько будет. Они вышли на Б. Какая флешка мне в лицо, да? Кайф просто. Просто кайф. Горите. Боже, мы не раздефузить не могут. Как это смешно. А я диффуза не купил. По приколу. Я просто забыл их купить. А вы не забывайте. Никогда не забывайте покупать диффуза. Если есть деньги, есть. Если есть все, что нужно. Жух. Приземлились. Отлично. Так. Главное не забыть купить диффуза. $400. А польза огроменная. Так. Ребята сейчас будут действовать рандомно, поэтому нужно готовиться к тому, что они будут рашить Б, рашить лонг, рашить шорт всей толпой, скорее всего. Поэтому сейчас я буду играть в основном на урон. На стрельбу, точнее. Не буду играть медленно на подходах. Я знаю, что еще топ-мид не идут, как минимум, сейчас. А может, все-таки они на базе сидят. Погнали, посмотрим. Убили этого челика. Там хоть кого-то оставили? Почти. Почти оставили одного. Ну, а двоих почти мы оставили, но одного получили. Нормас. Так, ну что, у нас тоже бот. В принципе, пофиг. Дожмем их, тут осталось буквально 6 раундов. Блин, еще целых 6 раундов катать. Ё-моё, длинная катка получилась за счет... Зато мы 2 раза скатали. По сути, 2 победы на халяву получили. Конечно, это не полноценные победы, да? Их нам, наверное, хорошо не засчитают, но, в принципе, пофиг. Главное то, что мы побеждаем. И с хорошим счетом. Thank you.
Я просто знаю, что боты идут по центру, поэтому всегда стараюсь. Блин, вот это я не законтролил спрей. А вот умел бы я хорошо спрейить, контроль, все дела. О, у нас же бот есть, точно. Я бы законтролил. Блин, я забыл, что у нас бот есть. Теперь помню, что за бота поиграть. Этим ребятам меньше киллов оставить. Так и будем делать. Только главное самому больше так не фейлить. Чух. Бот. И три челика. Я боту говорю, чтобы он оставался здесь, типа сейвил, ждал. А он бежит дальше. Ну, пофиг, хай бежит. Главное, чтобы не умер раньше меня. Это бот первый. Эвил там Ави, короче, засел в этой штуке. Не буду его провоцировать. Капец, они бота забрали еще. Вот зараза. Наши противники, ну союзники. А видели, как он меня убил, да? Выпрыгнул, я в него четко, ровно стрелял. Но игра такая сказала, нет, тебе не повезло. И все. Лузер. Посмотрите на мой счет, 20 на 7, 20 на 7. Как же это уныло. Как можно так плохо играть, да? Как я. Ладно, надо просто играть адекватно. Не будет все хорошо. Будем играть опять же через шорт. Только более адекватно, я бы сказал так. Наверное, на Б уже челики зашли. О, смотрите, он даже свелся на Б. Молодец. Молодец. Хотя сейчас мида выйдут. Не, нормально. Один на Б еще остался. Last on B. Че, первая половина пройдена. Мы свое побеждаем. По боту на команду у нас получается. Я, конечно, понасливал. Вы уж извиняйте, ребят. Туплю. Уже уставший после второй, ну, после первой катки. Уже нет такого, как это сказать, мотивации играть хорошо. Когда такие боты попадаются, мотивации играть нету. Но ничего. Как-нибудь сейчас надо побольше фрагов набить за последние там сколько у нас? 4 раунда, да? Так, за мной. Бот, беги за мной. Бот сейчас должен бежать за мной, если я правильно понял. Блин, я даже не успею. Я ему хэдшот видел или первым выстрелом попал? Красиво. И вторым выстрелом, получается, добил обычное тело. Но этого сразу хэдшотом. Просто этого пробило хэдшотом. А того что-то не пробило. Он, наверное, дистанция была большая слишком. И не достал. Так, ну что, давайте возьмем вот эту вот. Пригодится, я думаю. И коктейльчик. Сейчас мачком. Так, что у нас? 22-4. Сейчас убьем ихнего бота, наверное. Поиграем немножко неадекватно. Все, я взял бота под контроль. Три противника на А. Давайте пойдем на А. Ой, на Б. Я хочу на Б. Блин! Вы представляете? Я знаю, что их трое, но я вот так вот выходил. Капец, какой я тупой. Как же можно было так ошибиться дико? Блин, просто минус два фрага и одна смерть добавилась. Ё-моё, как же зафейлил. О, капец. Вот я всегда так. Либо игра адекватна, либо вот такая фигня начинается. Блин, нужно было просто налево посмотреть разочек. Капец, капец, какой я... Какой фейл, а, жесть. Ладно, го. На чем сыграть? Денег-то нету. А, сыграем по старинке. Со снайпера сыграем. Или бота можно убить. А, нет, там P90 не будем убивать. Это бот был первый. Все, больше на Б никто не побежал. Окей, значит будем А держать.
Но быстро в спину нам никто еще не заходит. Пока что не дают нам ни по кому пострелять, никого не вижу я. Из противников. Один шорт. Блин, да что они всех убивают? Так он в туннеле сидит, я знаю. Погнали в туннель. На пофиг. Он же не в нижний пошел. Фух, хоть дали хоть двоих. Ну ё-моё. Потому что это уже ни о чем. Вообще никого не дают поубивать. Капец. Так печально. Так, возьмем коктейльчик. И давайте хаешечку с флешкой еще прикупим. А не, не хватило денег. Подожди, а что не хватило? А, у меня флешка есть. Нормально все. Я думал, не хватает денег. Смотрю, там 250. Флешка 200 стоит. Странно. Покостал я их немножечко. Вот, зараза, вместе с ними бегает. Под контроль его взяли. Гады. Сейчас нужно аккуратно действовать. Все на чек. Ага, понятно. Блин, конечно, я дико сейчас неправильно сыграл. Попал, нормас. Или попал ему в голову? На опережение. Фигней страдаю, конечно. Ну все, мы убиваем последнего. И игра заканчивается. Счет 28-8. Ну, можно было, конечно, намного лучше сыграть. Но, в принципе, две победы, пофиг. Две победы. Интересно, нас вообще повысят, потому что мне как-то скучно играть. Нам еще три победы осталось. Жесть, три победы и все. Фу. Сложная квалификация. Такая длинная достаточно калибровочка получается. И это 4 звезды были, короче. Это боты, это на 4 звезды. Ну, да, они чуть-чуть сильнее показались. Чуть-чуть. Блин, надеюсь, нам хотя бы, не знаю, там, большую Биг Стара дадут. Хотя бы. Во, наконец-то, нас опять повышают. Заебись. Так, нас, смотрите, сейчас повысят, получается. Еще будет 2 игры. И нас еще раз повысят. То есть сейчас мы на звездах, нас повысят, наверное, на калаши вторые. Я очень на это надеюсь. Ну, скорее всего, либо на калаши вторые, либо на Биг Стара сразу повысят. Ну, а потом, наверное, второе повышение будет либо все-таки, как я уже говорил ранее, до Биг Стара максимально, да, повышение будет ранга, либо нас повысят сразу на Беркутов или даже на Лема. То есть такое тоже возможно. Поэтому как бы на этом все, ребятки. Если видео вам понравилось, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Не болейте, не скучайте. Пока-пока.